Сегодня в нашей церкви юбилей. Ни год, ни два, ни пять, а четверть века. В ней с каждым годом дух все горячей, где слово освещает человека. И каждый из присутствующих рад. Такая дата, 25 сегодня. И несмотря на множество преград, вела ее вперед рука Господня. Бывало сложно, трудно на пути, под гул молитв неся предназначение. Ползла, когда сил не было идти, чтоб оправдать название спасения. Спасала сотни, тысяча людей от гнета тьмы греховные искушения. И становилась с каждым днем сильней, духовней, ближе к Богу, без сомнения. Давайте воздадим Творцу хвалу за то, что сохранил и не оставил, за церковь, за прекрасную семью. Пусть раздается Господу осана. Аминь. Слава Богу.